Так, заезжай сюда. Тебе здесь понравится. А, так это мы с Зоей гонялись, вот в чем дело. Я что-то как-то даже не обратил внимания на это. Ну ладно. Придется пока довольствоваться тем, что есть. Я тут обобщила кое-какие полученные данные. Автоклуб 5-10. Этот нелегальный клуб уличных гонщиков за последние 5 лет вырос в сложную преступную организацию. У них ячейки в каждом штате. Тачки гонят на юго-запад. Обратно идет контрабанда. В общем, если товар можно как-то спрятать в машину, 5-10 его перевозят. Целей у нас две. Спецагент ФБР Билл Коберн. О его грехах мы знаем, но нужны улики. И Деннис Джефферсон, он же Бритва. Вместе они изменили 5-10. Коберн придумывает план действий и защищает от копов. На Бритве грязная работа. В банде 5-10 на ранг указывают тату. Бритва V8, король. Ты должен внедриться в автоклуб 5-10, получить тату и начать расти. Найти для меня улики против Коберна, а с ним уберем и Бритву. Для первой тату нужна рекомендация главы ячейки. Заработай славу в гонках, стань одним из них и двигайся вверх, пока не дойдешь до Бритвы. Все готово. Здесь ты можешь управлять навыками и улучшать машины. Чем дальше, тем больше будет навыков. Вот коллекция. Такая будет у каждого дилера и мастера. Это управление машинами и классами. А еще это быстрый доступ ко всем дилерам и мастерским. В мастерской штаба можно установить купленные детали, а также детали, полученные за выполнение заданий. Устанавливай самые лучшие детали для повышения качества и уровня машины. Можно перекрасить тачку, добавить наклейки и декоративные детали. Небольшие повреждения можно устранить в мастерской. Ясно, понятно. Так, мастерская, коллекция, навыки, прогресс и последнее что? Секретная машина. Ага, тут есть секретные машины. Ладно, посмотрим, что за навыки у нас есть. Зои, вы хотите потратить очко на данный навык? А что это за навык? Мгновенная остановка, эффективная работа тормозов увеличена на 1, эффективность работы на 2, на 3. Вероятность получения 2 очков навыка при каждом повышении уровня. Ага. Наградную. Так, паксы плюс опыт. Так, больше опыта и... что-то... заданий. Та-т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 а
Собственно, я даже не знаю, что бы мне прокачать, но, наверное, на этом стоит приостановиться. Я так думаю. Ладно. В любом случае, продолжим потом. Секретная машина. Найдены детали 20 штук. Стриткар. Чтобы получить эту секретную машину, вы должны найти все ее детали в регионе Средний Запад. Средний Запад. Собственно, ладно. Дейтон, Коберн, Зои, Средний Запад.
Дейтон. А, это ролики. Что-то я туплю. Ладненько, погнали. Погнали по миссиям дальше. Чтобы сойти за своего, нужно заручиться поддержкой местных боссов. Отделение в Детройте возглавляет парень по имени Трой. Заслужишь его доверие, получишь свою метку 5-10. Если хочешь подняться, стоит объединиться с другими 5-10. Список игроков поможет найти людей поблизости и сформировать команды. В команде ты повысишь шансы на успех в заданиях и получишь больше наград. Вместе можно находить ориентиры и участвовать в обычных заданиях, событиях и заданиях на умения, получать опыт, баксы и детали. Окей, Алекс, ты готов? Погнали. Давай получим метку, первое задание на карте. Сегодня мы участвуем в уличной гонке с 5-10. Произведи впечатление на вид-2, чтобы заработать первую метку. Ну нет, в Детройте я бывал частенько, меня могут узнать. Прошло 5 лет. Команда твоего брата была вытеснена бритвой, когда он стал V8. Никто тебя не узнает. Даже в базе полиции осталась только ложная запись, которую я туда подкинула. Надеюсь, ты права. А внимание, в районе замечен автомобиль нарушителя. Я понял. Ага, вот, все, я понял. Менюшку убрали. Ладненько, с этим разобрались. Так, что у нас там по плану? У нас по плану миссия. Да, пожалуйста. С каким-то чуваком поедем в быстрой игре. Отлично. А вот тут, видимо, это все таким образом работает, то есть нас приглашают, и мы быстренько добиваемся того, чего надо. Так, сложность средняя, рекомендуемый уровень 1, 12, все отлично, все классно. Ну, ты готов? Ну, мама. Давай без фокусов, ты должен прийти первым. Ну, мам, не надо. Не доставай меня. Ладненько, давайте погнали, ребят. Ты должен прийти первым, или делу конец. Прийти первым, говоришь? Ну, значит, придем, в чем проблема. Так. Оп. Ты понял? Первым. Да понял я, понял. Мама, отстань от меня уже. Я не маленький, вроде бы. Так. Мы не можем привлекать внимание. То есть не делай так, как я сейчас сделал, да? Твою ж мать. Ну ладно, погнали с полицией. Чего ж делать? Тихо, занесло. Чего ж делать? Ладненько, я, собственно, от своего, скажем так, напарника отрываюсь пока что. Я не хочу ему проигрывать или сильно у него выигрывать, поэтому просто буду ехать на своих минимальных пределах, скажем так. Надеюсь, что у меня получится все замечательнейшим образом. Он, кстати, от меня довольно сильно вместе с остальными отстал, а я пока что вполне неплохо себя проявляю в гонке. За нами не особо
копы гонятся. Воу-воу. Сказал, неплохо проявляю, и тут же криво вписался. Ладно, пофиг. Это на самом деле... Выходишь на финишную прямую. Более или менее нормально. Ну, кстати, он неплохо, я там смотрю, тормозит наших соперников, что дает мне, в принципе, шанс на победу. Довольно неплохой, я так понимаю. Да, отлично, я победил. 26 секунд я добрался за это время, я так понимаю. Ожидание игроков, и вот он тоже добрался. Отлично. Задание выполнено, я первый. Действие выполнено. Ага, окей, получено дельта-турбо нагнетателя. И теперь у нас уровень 13. Мы тут же устанавливаем. Счет пополняется, правда, почему-то мы в бронзе, но, видимо, тут какие-то мои косяки конкретно. Так, возвращение в свободный режим. Отличненько. Я надеюсь, что... Мы знакомы? Еще бы. Мое имя Трой. Я V2. А тебе нужна метка 5-10? У меня есть кое-какая работа. Я позвоню, если что. Окейшки, позвонишь. Куда ж ты денешься, как говорится? Алекс, ты у Троя на радаре. Есть шанс выйти на 5-10. Задания будут на карте, проверяй все. Сделай себе имя, гоняйся. Внедрись в эту организацию. Я знаю, что нужно делать, Зои. Ты знаешь лишь одно. Как держать руль, тем и ценен. А тут все сложно. Каждый твой новый знакомый, каждая победа и пройденная миля приближает меня к Коберну, а тебя к убийце брата. Все понятно? Да. Ну тогда начнем. Так. Ну, движение здесь довольно плотное, что мне, в принципе, нравится. Я тут устраиваю автогонки в центре города. Так вот, что-то развелось в последнее время крутых рейсеров. Понимаешь намек? Покажи им, кто здесь хозяин. Ты обратился по адресу. Да без проблем, сейчас поедем устраивать веселье. Ладненько. Кстати, я так смотрю, что чувак вместе с нами, в принципе, путешествует пока что на данный момент. Но особо разницы, честно говоря, не вижу. Едем мы вот туда. Там будет гоночка. Тебе надо набраться опыта перед следующим заданием. Ага, опыта перед следующим заданием? Да без проблем. Так. Ага, здесь теперь показываются еще, знаете, такие объездные пути, мягко говоря. Ладненько. Предложил игру с командой. Видишь, чувак не захотел. Поеду в одиночку. Так, какая-то награда за золото. Да без проблем, чувак.